Алло? Ну, ты закончил? А ты был в нашем ФМСе, да, в ростовском? А, ну и чё? Рассказывай. А, всё-таки дал, да? Ты сейчас занят или чё? А, ну, я, короче, смотри, ты просто об этом не можешь рассказывать, потому что вон рядом, да? Этот, я понял, этот, смотри, для фирмы, да, мы можем сделать такой ход конем, прописаться в постоянную у меня, все зарегистрировать, открыть, ну, желательно так, чтобы, вот, если ты хочешь еще где-то оформиться, чтобы ты сразу оформился и потом сразу выписаться. То есть, на момент, как бы, просто все должно быть одновременно, да, и устройство на работу, получается, и регистрация фирмы, ну, чтобы по времени, потому что у меня коммуналка от этого сильно зависит, у меня аж по нормативу все, кроме света. Да, мне начнут насчитывать. Хорошо. Угу. Хорошо. Хорошо. А, вот что я еще хотел сказать, что у меня в 9:20 прием у врача. Да. Мы где хотели? На правом берегу или на левом? На 13. Вот, отлично. На 13-й линии. Замечательно. Я просто приличную одежду возьму. Я смогу как бы отлучиться. Там буквально, мне как у листу. Это там, ну, 20 минут. Просто, да, на консультацию. И все, и сразу вернусь. Тем более поликлиника на первой линии. Это как бы, ну, водник. Да, все рядом. Все, договорились. Да? Понятно. Хорошо. Ладно. Да я тоже думаю, да, что будет хорошо. Да и не ходят, и там наверняка кто-нибудь живет в этих всех пришвартованных железяках. Не, я имею в виду рыба. Она ж любит такие места. Да. Все, хорошо, давай.